Всем здорова, дорогие друзья, с вами Костя Флейзин, и сегодня мы, ребят, продолжаем на таком топовом проекте, как NextRP и сибирский сервер. Ребят, перед началом видео, конечно, хочу передать привет тем людям, кто ввел мой реферальный промокод. А сегодня получает привет Макс Дудок, Кирилл Городний и Таисия Мартьянова. Спасибо, ребят, то, что ввели мой промокод. А если ты хочешь получить в следующем видео по NextRP привет, то берешь, качаешь игру по ссылке в описании, заходишь в игру, копируешь мой промокод из описания, берешь такой, копируешь, нажимаешь F1 при первом левеле, сразу же нажимаешь вот так, активировать реферальный промокод, активировать. И все, ты уже, считай, практически попал в мой ролик по NextRP. Но мы сегодня, ребята, знаете, что будем делать? Мы будем сегодня прокачивать Мустанг. Почему опять? Потому что, ребята, на NextRP вышло новое обновление с тюнингом. Всем игрокам, кто вообще когда-нибудь тюнил тачки, да, возвращают им деньги. То есть весь тюнинг им возвратили, да, и как бы за тюнинг им полную сумму возвратили, и мне вот вернули около 3 миллионов рублей, и вот видите, новый значок уже. А мы берем, подъезжаем, Alt нажимаем, да, заехать тюнинг, и... Ребята, теперь, я знаете, это будут все на эмоциях, я не готовился к этому ролику, потому что я не смотрел ни разу другие видео про обновления и так далее. Ребята, просто посмотрите, что тут добавили. Тут добавили теперь скорость максимальную, да, я так понимаю, это 207 километров. 173 это ускорение, не знаю, наверное, и 194 управляемость. Я, честно, еще не шарю, но, блин, кстати, вот извиняюсь, конечно, то, что сейчас... Я просто музыку хочу поменьше немножко делать, потому что она меня напрягает немножечко. Так, все. Ребят, давайте посмотрим. Улучшение автомобиля, внутренний тюнинг. Офигеть, давайте внутренний, кстати, посмотрю. О-о-о-о, ребята. Продать деталь, чё? Офигеть. Кейсы с деталями, чё? Чего? Так, а как вернуться назад? Можно? А, вот назад. Кейсы? Чё? Так, внешний тюнинг. Внешний тюнинг. На внешний мы не можем почему-то перейти. Ладно, цвет кузова. Цвет кузова это понятно. Цвет фар тоже понятно. Уровень тренировки. Так, понятно. Занижение авто. Занижение авто. Так, ну-ка. А, ну, это гидравлика, я так понял, да? Так, черный... А что за черный рынок? А, ну, я понял. Так, нас интересует с вами внутренний тюнинг. Так что давай... Поставим с тобой что-нибудь, давай. А, тут можно вкладки. Двигатель. А, тут еще, смотрите, тут еще видно, что улучшает и типа, что он делает. Так, ну, во-первых, с тобой нам нужна, как бы, максималочка наша, да, старая максималочка. А мы с тобой прокачаем, наверное, двигатель до... А что мы до третьего не можем, или это только максималочка у нас? Так, у нас что-то максимальный второй уровень почему-то. Это может надо открывать. Давайте кейсы посмотрим. Ничего себе, тут кейсы стоят. 40. Так, окей. Смотрите, значит, что мы сейчас делаем. У меня есть баланс, да, который я донатил. Давайте им где-то 300. 300, вот так. Обменяем, да, 300 на 300 тысяч. Да, я готов обменять. Все, ребят, мы обменяли, потому что хочу кейсик посмотреть, вообще чуть-чуть такое. Так, давайте посмотрим. Базовый. А, он у нас, смотрите, что он. Так, повышает шанс. Так, базовый шанс на выпадение. Так, счастливчик, А, они, значит, смотрите, они одинаковые, но тут, типа, с каждым кейсом шанс больше. Давайте купим, короче, счастливчик. Я хочу редкую деталь. Покупаем, открываем и... Шины третьего. Блин, она мне на такое управление дают. Так. Азарт-то появляется, ребят. Нет, стоп. Я хочу свой двигатель четвертого. И давай еще раз. Давай 392, чтобы ровно 1000 у нас осталось с тобой. Блин, парни, конечно, так не делайте. Надо вовремя всегда останавливаться, но... Я знаю, на что я иду. Я думаю, я все правильно сейчас сделаю, ребят. Так. Они ставятся, шины, или получается, что... А, мы можем их поставить, получается, да? Или как? Как их поставить? Стоп. То есть... А! Так, да, я хочу шины одеть. Оу май! Слушайте, блин, офигенно! Это офигенно просто! А, то есть мы, получается... А, мы можем... я понял, ребята. Так, ладно. Давайте еще один кейс откроем. Также. 439 тысяч. Покупаем.
Пожалуйста. Закроем глаза. Трансмиссия! Оу! Третьего левела. Нормально, слушайте. Очень даже хорошо, потому что... Блин, третьего левела у нас только второго, да, есть? Да, и она стоит, наверное, недешево, я вам точно так скажу. Так, трансмиссию. А, да, конечно же. Так, давайте уже... Уже смотрите, у нас повышаются характеристики. Блин, круто, круто. Остается 3 миллиона 900. Давайте его просто тюнинг полного мустанга вот сделаем, который тут есть. Конечно, жалко то, что выпадает тут турбонаддув. Короче, ребят, давайте так. Двигатель. Двигатель второго мы делаем. Двигатель, хоба. Устанавливаем, конечно же. Так, турбонаддув. Конечно же, тоже установим турбонаддув. Так, жалко то, что выпадает. Это только нельзя это купить за донат валюту или просто валюту. Так, на смеси у нас есть чиповка. Чиповку мы поставим, давайте... Короче, все по максимуму будем делать. Пофиг. Это очень большие деньги, ребята. Вы за это должны поставить однозначно лайк. Так, тормоза я, наверное, первый поставлю. Вот, потому что они только дают, как бы... Управление машине, да, и в принципе управление... Управление нам не надо, господи, зачем? Так, подвесочку, подвесочку мы, наверное, за 500 тысяч все-таки поставим максимальную. Все! Ребята, просто аллилуйя. Просто круто. Но, знаете, что меня все-таки огорчает? Это все круто, да, у нас миллион, в принципе, остался. Давайте, может, откроем за 500 тысяч. Открыть и... Ты серьезно? Нахрена мне твои шины? Просто пипец. Это просто жопа. Шины, какого у меня шины? Шины третьего. Зачем мне еще одни такие, господи, братан? Ладно, давайте купим вот этот. И все, давай, пожалуйста, открываем. Да иди ты в срань, просто срань. Просто ты... Нахрена, ребята, у меня шины, господи. А, мы можем продать деталь, да? Или нет? Продать деталь. Стоп, можем. Ты хочешь продать шины? Придется, ребята, все это продавать, потому что, блин, это реально бред. Нам надо хоть сейчас какие-то баблишки, не знаю, бабло надо хоть какое-то. Так что, выходим. Ну это, блин, конечно, шины. Они мне, ребята, нафиг нужны. Так, ну слушайте... В принципе, я уже чувствую... Так, давайте звуки игры немножко побольше сделаем, да? В принципе, я уже чувствую тот старый мустанг, но все же, блин, ребята, наш мустанг ехал 285 километров. Слушайте, давайте замерим вообще, за сколько он разгоняется, ребята. И в описании я напишу, сколько в том ролике у нас. Вот мы когда тоже прокачали мустанг, только со старым обновлением, да? Так, давайте выйдем на нормальную полосу. Хотя... Так, в принципе, нам надо только сюда заехать. И мы сейчас, ребята, посмотрим, сколько мустанг вообще валит, за сколько он разгоняется до сотки. Потому что, ребята, ну блин, 200, сколько там замерено у нас, 265 километров, это очень мало, ребята. Потому что мустанг, он, ну блин, наш старый, он ехал 280, там, по 300 практически, ребят, километров. А тут какое-то говно. Он... Не знаю, возможно, мы еще сравним Мустанг с Ураканом, стоковым или там затюненным, потому что, мне кажется, все-таки Мустанг стал похуже. Вот. Ну ладно, давайте, на счет 3. Так, давайте... Так, молодые люди, извиняюсь, конечно, но... Давайте на счет 3. Так, молодой... О, господи. Так, давайте, 1, 2, 3! Так, блин, я опять стартанул плохо. Так, все, 1, 2. Так, чел, сорян, но я тебя не впущу. 1, 2, 3. Так. 2 секунды 23 миллисекунд. Вы понимаете, это просто жесть. Не, ну слушайте, по управлению мустанг получше. Да, реально, шины все-таки действуют этого третьего левела, окей. Ну блин, ну вторые мне не нафиг. Потому что в этом повороте мы всегда дрифтили очень жестко, и нас просто перекачивало. 287. Хотя, слушайте, мы вернули тот же мустанг, который у нас был, да, но мы ушли немножко в минус из-за этих тупых кейсов. У меня немножко подгаривает из-за кейсов, потому что все-таки это какой-то бред. 2 раза шины выпали, это реально бред. Ой, ребята, мы бы, кстати, на этот лям, если бы немножко еще подкопить, то мы бы могли купить и вернуть хату.
Вот, ну, в принципе, обновление очень годное по интерфейсу, я бы так сказал. По интерфейсу она все-таки вытягивает, это точно. Но, кейсы все-таки, да, эта идея тоже хорошая, но, ребята, слишком азартная затея и вообще, можно так сказать... Это, ну, шанс маленький, реально. Я не знаю, может, кому-то выпадало получше там сразу двигатель 4-го левела, который давал им сразу ускорение, либо там трансмиссия 4-го левела. Вот, я не знаю, ребята. Так что будем на этом заканчивать, ребята. С вами был, как всегда, Флейзин и NextRP. Качайте его по ссылке в описании и вводите мой реферальный промокод. Будем на этом, как я еще раз сказал, заканчивать. Вот такой вот мустанг мы прокачали. Такое вот обновление вообще вышло новое. Ребята, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. И не забывайте также, ребят, про колокольчик. Ну, желаю всем удачи и всем пока, народ!